Куда мы идем? Это наш дом. Мы вышли прогуляться до Ласламяя Центрума. Это большой магазин. Он находится в шаговой доступности от нашего дома. Пойдемте с нами. Шанелька тоже с нами. Смотрите, друзья, маленькая такая площадка спортивная. И весной, и летом здесь люди занимаются. Совершенно бесплатно. Тренажеры. Вот такая вот площадка. А мы идем дальше. Мы сейчас пройдем этот дом. Улица Махтра. И там уже виднеется желтенький Ласламяя центр. Видите? Шанель уже знает дорогу. Ну да. По прямой ровно 5 минут. И мы в большом магазине. Сейчас дорогу перейдем. Ну вот, мы пришли. Сейчас обойдем и подойдем ко второму выходу, входу. Первый центральный чуть дальше, а мы подойдем ко второму. А напротив, через дорогу, призма, магазин. Большая парковка, бесплатная. Если мы что-то покупаем, большие покупки делаем здесь, я приезжаю на машине. Видите, призма напротив. А вот вход. Это второй вход, а чуть-чуть дальше там будет главный. Здесь много разных магазинов. Вот.
пипец. Туалет. Это Риме продуктовый. А мы зайдем в книжный магазин. Это аптека. Ого. Это не тебе. Красивые. Цена €85. Шанель выбирает, помогает ручку выбрать. Ты выбираешь ручку, да? Книжки на русском языке. Цена 5,99. Цены на хлеб сейчас вам покажу. Вот 490 грамм, 86 центов таллин хлеб. Тортики. Это творожные рулет. Шоколадный. Витрина с сырочками. А это полка с солью. Нету. Ну вот, друзья, вышли мы с центрального входа, выхода. Здесь у нас почта. И идем домой. Маруся уже. Я догнала тебя. Да. Пойдемте. Чего ты ругаешься? Чего ты ругаешься? Домой идем. Ругается. Понятно. Ворчунья. Ворчунья. А вот этот вот выход, куда мы зашли. Ой, ой.
что идем в сторону дома. Совершили маленькую прогулку. Нужно было купить ручки в школу. Мы купили. Шанель уже дорогу знает. Сейчас перейдем дорогу. И там уже наши дома. Наша улица Махтра. Погода сегодня хорошая, весеннее, солнце. Показать. Вот это в шаговой доступности большой магазин Сильвер. Видно, нет? Сейчас мы зайдем на наш рынок Мустакиви. Покажу, где он находится. Вот площадка. На солнышке тепло, да, Марусь? Ты хулиганка, Шанель? Шанель, голуби! Ой, ветка, ветка! Ну вот впереди магазин Коп. Мустакиви центр. Здесь у нас и магазины обуви есть, и магазин одежды тоже есть, и кафе, и ветеринарная клиника, и алкогольные магазины. А здесь у нас рынок. Там, правда, только три киоска. Овощной, мясной, рыбный. Здесь еще приемный пункт тары. Бутылки можно сдать. Девочка сдает бутылки. Овощной, но сегодня воскресенье закрыто. Это мясной. Там рыбный. Вот у нас еще магазин одежды здесь.
рядом алкогольный, там рядом парикмахерская и вход в коп-магазин. Вышли к нашему дому. Садики. Самолет ужасный. Сейчас придем домой, будем мыть лапы. Домой, домой! Домой, домой! У нас здесь тоже большая парковка около магазина, но она бесплатна только 3 часа. Часики поставить надо. А если оставляете на сутки, то надо платить 2 евро. СМС-ку отправляем. И счет телефонный, стоимость включается парковки. Ну вот и наш дом родной.